Транспорт Верхней Волжи в преддверии Нового года объявил о старте совместной акции с MasterCard и Сбербанком. С 28 декабря на каждую пятую поездку в общественном транспорте Твери и Калининского района, оплаченную с помощью MasterCard, будет предоставляться скидка в размере 99%. Таким образом, с учетом скидки, стоимость поездки по областному центру в автобусах транспорта Верхней Волжи составит всего 25 копеек, а на пригородных маршрутах – рубль 95. Для того, чтобы получить скидку, достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или другие устройства. Акция будет проходить в течение 2 месяцев, до 28 февраля, уточняют в пресс-службе правительства Тверской области.